Привет! В интернете есть мнение, что разные версии FL Studio звучат по-разному. Да и чего уж там, я и сам верю в эту теорию заговора, так что решил раз и навсегда выяснить, есть ли реальные отличия в звучании разных версий FL. Для этого я написал один и тот же бит в каждой версии FL Studio, начиная с 9 и заканчивая 24. И в конце этого видео ты узнаешь, правда ли, что одна из версий FL Studio звучит ярче, сочнее и жестче, чем остальные. А если вам зайдет это видео, то я сниму то же самое, только в сравнении уже с другими давками. Так что ставь видосу лайк, а мы стартуем, начиная с FL Studio 9. Да, как это было давно. Большинство из моих зрителей, скорее всего, даже не видели эту 9-ю FL Studio. Если отбросить дизайн, который появился с 12-й, то внешне она похожа на то, что мы имеем сейчас, но по функциям это вообще небо и земля. Например, настройки сэмпла. И чтобы узнать тональность сэмпла, я даже не знаю, это работает тут в регионах. Да, Detect Pitch Regions работает. В тайм-стретчинге какие-то непонятные режимы. Да, речи, про дефолт, про транзиент. Переключение P-карандаш, C лезвия работает также. Также с правой кнопкой мышки отрезается более короткая часть. О, как все неплавно. И тут еще есть вот это меню, в котором можно выставить как бы не вот как вот здесь на любую позицию можно выставить паттерн 1 или паттерн 2 или паттерн 3, а тут именно что каждый трек соответствует своему паттерну. И как только я понял, что можно прописывать их вот в этом верхнем меню и гораздо более визуально понятно, что происходит в бите, когда расставляешь вот так вот, я перестал вот этим пользоваться вообще. Да и тут можно типа вот так вот обрезать и понятно, какие звуки у тебя перестают играть. А вот здесь вот как бы тоже можно обрезать, только... Только нельзя здесь обрезать. Прикол. Винашки этого меню точно не было. Может быть, еще было в десятке. И чтобы увеличить степ-секвенсер, здесь нужно сначала вот сделать какую-то циферку. Только если мы говорим о более поздних версиях, то эта ширина не связана с размером паттерна. То есть это просто визуальный прикол. А здесь это буквально функциональная продолжительность паттерна. И пианорол здесь, кстати... Очень сильно отличается. Какая древность. Но можно переключать размер только вот так вот, да? Да-да. Тут же нету вертикального скейлинга. То есть у нас есть два варианта. Маленькая клавиатура, большая клавиатура и, ну и третий вариант буковки. И Ghost Channel тут уже есть. Но с ними ничего нельзя сделать, никак с ним нельзя взаимодействовать. А вот можно вот так сделать? Нет, нельзя. Эта горячая клавиша не работает. Никаких тебе Ctrl-B. Ну или можно сделать вот так Ctrl-C и Ctrl-V. Можно? Да, Ctrl-C, Ctrl-V можно. И я смотри, я по привычке, я привык уже, я ставлю курсор вот сюда, вот, сделаю Ctrl-V, и оно вставляется вот сюда. А нет, оно вставляется в самое начало. Ой, какой микшер. Тысячу лет этого не видел. Еще здесь на 8 эффектов каждый канал, а в поздних версиях уже на 10. Нам нужно что? Софт-клипер. О, какой маленький софт-клипер. F12 работает. И F12 здесь работает. Я думал, это в поздних версиях появилось. Но здесь можно просто вот так сделать. На 16, значит, ставить. А, и вот здесь нужно вот так сделать. Точно, да. Потому что у нас как бы получается пианорол в два раза длиннее, чем степ-секвенсор. Этот снэр все-таки пропишу в пианороле. Потому что он должен быть пробежечкой. Как неудобно. Каждый раз я закрываю и оказываюсь в самом начале. Хотя, по-моему, в новых версиях он автоматом меня перебрасывает как бы в актуальную часть пианорола. Хай-хай, это тоже в пианороле. И вот здесь я могу сделать Ctrl-U. И Ctrl-U я могу сделать хорошо. Добавим вот этот струнный. И вот так вот. Ага, нажму Ctrl-B. Окей. Привычка уже. Все, не выпишешь из меня эту привычку. И теперь несколько пробежечек. Я не могу даже ближе приблизить. Я кручу, а оно не приближается. Ха-ха, капец. Да, пробежки на хэтах было рисовать сложнее 15 лет назад. И когда FL Studio вышло? 9, по-моему, 1000 лет назад. А как работает микшер? Я могу вот все так разом взять и сбросить, например, вот так вот. Могу. Ну, мы будем делать такой пердящий бит, конечно. Ну, окей. Итак, мы поняли, от чего мы отталкиваемся, потому что девятка это, ну, дно. Да ты шо? Ну, на свое время она, конечно, была офигенной, но в 24-м году... есть вопросики. А вот в десятке стало все гораздо интереснее. А проект из этого видео, правда, не знаю, зачем он вам нужен, но тем не менее, проект из этого видео вы можете получить в моем телеграм-боте по ссылке в описании. И в этом же телеграм-боте вы сможете получить всю актуальную информацию о моем большом обучающем проекте, над которым я прямо сейчас и работаю. Это будет не просто видеокурс, потому что он будет значительно более интерактивным, и я строю его таким образом, чтобы он закрыл все вопросы как начинающих, так и более продвинутых битмейкеров. И всю актуальную информацию о нем и также проект из этого видео вы сможете получить в моем телеграм-боте по ссылке в описании, так что переходите по ссылке, нажимайте на кнопку и получайте проект. Она даже визуально изменилась. Никак.
Но микшер изменился довольно сильно. По крайней мере, он может стать широким. Вообще, это было так давно, что видосы про FL-ку были в 720p. А встроенный плеер YouTube выглядел вот так вот. Тем не менее, в десятке появился Make Unique, это функция, без которой я просто жить не могу. Тем не менее, микшер уже мог быть широким. В нем могли уже быть вейформы взамен просто уровней громкости. А FPS-ов мало, потому что я пишу через первичный звуковой драйвер, чтобы не рисковать включать FL Studio ASIO, потому что он появился в двенашке, по-моему. Снова пикаем сюда софт-клипер, который все еще чудовищно маленький. Не знаю, так прикольно. Вот этот старый интерфейс плагинов, он так прикольно, по-моему, выглядит. Винтажно. И по-прежнему вот эта циферка влияет на реальный размер паттерна. Но что, на мой взгляд, одна из важнейших штук, это изменился piano roll. Теперь мы можем его скейлить и по вертикали тоже. И можем зумиться гораздо сильнее. Это что получается? Мы можем скейлиться только вот в таком режиме, что ли? Прикол. То есть, смотрите, когда я переключаюсь на клавиши, опция скейлинга пропадает. То есть, все, ничего не могу сделать, только по вертикали. А по горизонтали никак. Но если мы переключимся на буковки, вот он, меню увеличения, уменьшения масштаба. И появилась Ctrl-B. Живем! Ctrl-B заработала. Но опять, почему? Я что-то не догоняю. Почему здесь такие огромные такты? Или это вот размер вот этой штуки сказывается на размере такта? Да, офигенно удобно. То есть здесь я задаю размер такта, а не просто размер этого паттерна. Ошалеть. Зачем? То есть, если я хочу прописывать в степ-секвенсере, то я вынужден мириться с увеличенным масштабом piano roll. А если я убавляю его обратно, то все, что дальше, не играет. При том, что если я увеличиваю его снова, оно тут сохраняется. Ну, собственно, скорее всего, из-за этого я сразу начал писать в piano roll, игнорируя степ-секвенсер полностью. Еще в десятке появилась вот эта штука, вот эта точка, за которую мы можем потянуть и увеличить или уменьшить масштаб в piano roll. И я вспомнил, в старых версиях FL Studio, если нужно делать несколько шагов назад, если я жму Ctrl-Z, то это шаг назад, шаг вперед. То есть undo, redo. Идиотская фигня. А чтобы сделать много раз undo, нужно Ctrl-Alt-Z сжать. И сразу появляется вот эта дебильная менюшка в браузере, выскакивает. О, щит. Как я помню, как меня бомбило от этой фигни. Сомнительно. Почему десятка крутая? Я могу нажать вот сюда вот, и воспроизведение начнется отсюда. Могу вот сюда, и воспроизведение начнется отсюда, несмотря на то, что воспроизведение идет в плейлисте. В девятке этого не было. Казалось бы, это такая мелочь, но это просто невероятно удобно. Не нужно пользоваться вот этим уродским маленьким ползуночком. Я могу просто нажать сюда, и вот оно отсюда пошло. Шикарно. К слову, scale highlight и всего такого до сих пор еще нет, так что приходилось самому помнить scale. Ну, может быть, это и хорошо. Сравнивая звучание FL Studio 10 и FL Studio 9, мне кажется, FL Studio 10 звучит на самом деле так же, как девятка, но при этом ей просто невероятно удобнее пользоваться, чем девяткой. К слову, прослушивание через Alt и правую кнопку мышки появилось тоже именно здесь. Поэтому я считаю, что десятка — это важнейшее обновление, потому что именно относительно девятки это был просто километровый прыжок в будущее. И по моему скромному мнению, пианоролы других давок еще даже до десятки не доросли. Чего уж там говорить про 24-ку, а мы переходим в FL Studio 11. Ну а ты, собственно, напиши в комментариях, с какой FL-ки ты начал, потому что мне кажется, что большинство людей, которые смотрят мой канал, начали с 11 или с 12 версии. Если это не так, то напиши в комментариях, очень интересно узнать. Этот апдейт довольно минорный, так что ничего писать я не буду, просто открою проект из десятки. О, какой красивый кружочек, 1000 лет его не видел. Что это такое? Магазин пресетов. Я сам ни разу в жизни не пользовался FL Studio 11. Я с десятки перешел сразу на двенашку. Я смотрел, типа, что нового в FL Studio 11, такой, да нафига мне это надо? Сейчас я вижу, что, конечно, шрифт поменяли в браузере, стало симпатичнее, в десятке не такой красивый шрифт. Но вот это окошко я вижу впервые в жизни, потому что в двенашке его, по-моему, не было. Я сломал себе проект, он теперь не откроется в FL Studio 10, потому что я случайно сохранил его в FL Studio 11. Придется в десятке писать его по ходу заново. Или открыть проект из девятки, чтобы сломать его там. Великолепный план, надежный, как швейцарские часы. Реально, в плане написания в FL Studio 11, по-моему, не изменилось абсолютно ничего. Здесь появился Strummice. Впервые. И это, наверное, самое важное обновление, которое случилось в 11-й именно для написания битов. Потому что они сделали большой упор на вот всякие там исполнительские штуки. Видимо, посмотрели на Ableton, такие, о, мы тоже так хотим. Ну и почему-то именно про 11-ю говорят, что она звучит жестче, чем остальные FL-ки. Это мы выясним в конце видео. А пока переходим в будущее. Наконец-то. Потому что FL Studio 12 это просто шаг в бесконечность по визуалу относительно FL Studio 10, 11 и 9 тем более. Потому что здесь появился векторный интерфейс, который типа
скейлится, растягивается как угодно. И это касается вообще всего. Теперь мы можем сделать вот так вот. Нету вот этой дебильной переключалки, которая управляет размером так-то. Теперь мы просто можем растянуть все. Как нам по кайфу. Мы можем сделать вот так вот. И мы можем сделать вот так вот. И это просто гениально. Потому что я помню, как я первый раз увидел FL12, думаю, ва-я! Ну и в конце концов, отображение канала микшера рядом с сэмплом. Это, конечно, мелочь, но из разряда вещей, которые делают все гораздо удобнее. Ну и новые настройки сэмпла. К слову, здесь появился стретч. Но верхняя панель изменилась, конечно, довольно сильно. Переключение Song Pattern стало вот таким вот. Я уж от него отвык. Оно как-то так странно выглядит. И появилось переключение вида, степ-секвенсера и пиано-ролла. Я могу сделать вот так, могу сделать вот так, как хочу могу сделать. Могу хоть название сэмплов растянуть как угодно. И это удобно, потому что вот бесконечные драм-киты, в которых 500 авторов, и они все свой ник ставят перед названием самого сэмпла. И то есть, если у нас вот такое отображение сэмплов, то вообще непонятно, чего это такое. А так удобно. Одобряю. И если я правильно помню, здесь появился Scale Highlight, то есть мы можем выставить минор и F-sharp, и нам не надо будет его помнить. И именно здесь Scale Label можно выставить на All Notes, и вот, все спрашивают, вот так это делать. Это тот вид, к которому мы привыкли сейчас, и это волшебно, прекрасно, восхитительно. Четко. Я когда готовил это видео, я FL-ки просто установил и пооткрывал, чтобы убедиться, что они работают. То есть я не писал биты в них, чтобы вот эти эмоции сохранить, потому что это, ну, я реально ощущаю, то типа я как будто из прошлого, в которое я специально окунулся максимально далеко, открыв FL Studio 9 первый, я все ближе и ближе к настоящему, в котором мы имеем FL Studio, которое, на мой взгляд, для создания музыки, для написания битов является самым удобным секвенсором. На мой взгляд, опять же. Вы имеете право наслаждаться Эйблтоном, я вас в этом не осуждаю ни капли. И нам нужно поставить на мастер снова софт-клипер, который стал большим и красивым. И почему я не использую плагины и сведения, вот это вот все, в основном для того, чтобы разобраться именно в собственном звучании FL Studio. То, как она взаимодействует со звуком, как она взаимодействует с сэмплами, там, со всякими перегрузами и всем таким. Это мы выясним, напоминаю, в конце видео, а пока нам не надо помнить скейл. У нас есть Scale Highlight. И штука, которая появилась еще в десятке, но я забыл о ней сказать. Я правой кнопкой мышки два раза кликаю на Ghost Channels и перехожу к редактированию. Очень удобная, на мой взгляд, штука. Что за фигня, почему у меня не работает Ctrl вверх? А он не работает, если выбран... О, кстати, появилась вот эта менюшка. Но Ctrl вверх и вниз не работает, если выбран другой инструмент, кроме карандаша. Но вот эта менюшка появилась, получается, первая в двенашке. А я сейчас ей начал пользоваться очень активно. Эта менюшка, напоминаю, вызывается через среднюю кнопку мышки и правую кнопку мышки. Ну и, конечно, гораздо симпатичнее стал микшер. Теперь можно его скейлить как угодно. Компакт 2 у меня всегда стоит по умолчанию, но можно сделать его больше, еще больше. Еще прикольная штука, которая появилась здесь, которую я тоже довольно часто пользуюсь. Можно с шифтом нажать и заблокировать Solo Mute. Теперь какой бы я канал не выбрал, всегда будет играть 808. Вот эта блокировка работает и в Channel Rake, который теперь уже не Step Sequencer, а именно Channel Rake. И в Piano Roll. И, кстати, в Piano Roll теперь мы можем и здесь сделать Split by Channel с шифтом. Вот так, оп, оп, и готово. Прекрасно. Короче, FL Studio 12 — это круто. Это круто. Ну это ж круто. Еще двенашка хороша тем, что появился FL Studio ASIO. Это драйвер, который идеален, если у вас нет звуковой карты со своим ASIO драйвером. И здесь есть Hard Clip Output at 0 dB. Я сам с этим не сталкивался, но вроде как до этого можно было посадить колонки и мониторы, и наушники, и все что угодно, если сильно выскакивало за 0 на микшере громкость. И переходим практически в наши дни. Да, это FL Studio 20. Это та версия, на которой я работал, как только купил вот актуальный свой компьютер. Тут уже загружен мой пресет с сатурейтом. 20-ка нам подарила, наконец-то, на нормальный экспорт по дорогам, типа All Playlist Tracks. Треки выводились с плейлиста, а не с микшера. Почему это важно, я не очень хочу сейчас объяснять, но я помню просто, как я радовался, когда смотрел видос про обновление FL Studio, и эта штука появилась. Просто я был в восторге, потому что до этого я каждую дорожку рендерил вручную. И вы могли заметить, но не факт, что FL Studio скипнули версии с 13 по 19, потому что 20-ка вышла на 20-летний юбилей FL Studio, и на этот 20-летний юбилей они наконец-то выкатили версию для Mac. Да, она была в версии 12.5, тоже была версия для Mac OS, но как бы они про это забыли. И я не уверен, что нужно обо всех ее нововведениях рассказывать, потому что, скорее всего, она появилась у вас на глазах, как и у меня на глазах. То есть они не начали именно свой путь, начиная с FL Studio 20. Хотя, кто знает. Напишите в комментариях, если ваша первая FL-ка была именно 20. К слову, чем она еще прикольна, здесь появилось вот это выделение. То есть до этого этого не было. То есть я могу сейчас вот так оп-оп-оп подвигать вверх-вниз целую группу каналов. Или, например, целую группу каналов выключить или включить. Она стала просто во многом удобнее. Потом здесь появился вот этот монитор загрузки процессора, который показывал вам, какой плагин сильнее всего грузил Pro. И в FL Studio 20.9
появился режим Stretch Pro, который позволяет делать очень прикольные эффекты с голосом. Короче, FL Studio 20 — это именно продолжение идей 12 FL Studio, которые в свою очередь продолжение идей 10 FL Studio. Еще в 20-ке появилась вот эта арейнджменты. Это штука, которой я пользуюсь в каждом своем проекте. То есть я могу сделать клон и здесь что-нибудь поменять именно в плейлисте, и я могу между ними быстро перескакивать. И они вот здесь. Я могу сделать новый оранж. Это очень удобно, особенно когда я делаю бит по ТЗ или бит по референсу. У меня в одном оранже лежит именно референс, в другом я уже пишу. И открывая 21-ю, я, честное слово, открываю свою актуальную рабочую FL-ку, потому что я до сих пор не перешел на 24-ю, она у меня установлена, но я почему-то пользуюсь 21-ю. Ну а чем нам запомнился FL Studio 21? Вот фейдами, регулировкой громкости, всякими вот такими штуками. Ну и, конечно, появился наконец-то нормальный браузер с поиском. Если я здесь введу Bell в поиске, и вот у меня тут папки Bell, у меня тут сэмплы, это все загрузилось за секунды. Если мы откроем 20-ку, если я здесь в поиске введу Bell, во-первых, окно поиска выглядит уже иначе. Во-вторых, вот это Bell, как он открыл мне recent files, то есть поиск абсолютно не функциональный был. Не было системы тегов, не было вот этой системы вкладки, которой я тоже пользуюсь абсолютно постоянно. И именно поэтому я остался на 21-й, потому что в 21-й вот появились те вещи, которые удобство довели до того уровня, когда я такой, все, на данный момент мне достаточно. И особенно вот эти фейды, потому что если закину сюда какой-нибудь фиксик или типа того, я закинул его сюда, разверну, и вместо того, чтобы что-то какое-то ин крутить, что-то как-то вот такой фигней страдать, вот эти вещи крутить, вспоминать, что когда мы реверсаем, ин и аут меняются местами, а лейт и сэмпл старт не меняются местами. Чтобы не парить, короче, мозг вот этой фигней, я просто вот так вот обрезаю, как мне надо, аккуратно фейдиком вот так вот, оп, и как мне надо. Это то, чем я пользуюсь постоянно, в каждом проекте. И поэтому именно FL Studio 21, мне кажется, для меня наиболее актуально на данный момент. И отправляемся в актуальное настоящее. FL Studio 24. Что нового появилось в ней? И тут можно привязать MIDI-клавиатуру к скейлу, то есть какую клавишу я бы не нажимал на MIDI-клавиатуре, она всегда будет в F-sharp миноре в данном случае. Snap to Scale появился еще в 20-ке, здесь появился генератор аккордов. Короче, у меня было несколько шортов про FL Studio 24, так что можете ознакомиться. И пришло время для прямого сравнения звучания FL Studio всех версий. Итак, сравнительный тест. Перед нами абсолютно один и тот же бит, выведенный из всех версий FL Studio с 9 по 21. 24 я не стал выводить, потому что 24 у нас референсная. Мы в 24 проводим сравнение. Итак, если послушать все вместе разом, то я включу, пожалуй, клипер. Бит играет новыми красками. Давайте сравнивать по одной. Берем девятку, реверс полярити, оставляем только девятку и десятку. Тишина. Но если мы развернем полярность вновь, абсолютно идентично, на 100%. Один и тот же бит 9 и 10 версии звучит абсолютно одинаково. Бит в бит, герц в герц, как угодно. Сравним то же самое с 11. Разворачиваем реверс полярити на 11 и отключаем 9. То же самое. Никакой разницы. Но это еще не все, потому что мне было интересно, как они отрабатывают оверлоуд. То есть, если звук заходит за 0 дБ. И на этот случай я вывел вот такие колбасные, так сказать, версии. Я отключил все клиперы и задрал громкость на максимум, чтобы получилась вот такая вот колбасня. И сейчас мы их сравним отдельно. Но пока, скорее всего, если мы продолжим вот такое сравнение, двенашка с двадцаткой, один и тот же бит. Когда мы разворачиваем полярность на одной, они полностью взаимоисключают. Если мы сравним 21-ю с 9-й, то есть на самом деле FL Studio с 9 по 21 100% выдают абсолютно одинаковый звук. Они абсолютно одинаково работают со звуком, если вы делаете все одно и то же. А вот вопрос в том, насколько удобно делать это в 9 и насколько удобно это делать в 21, большой вопрос. Так что реально FL Studio сделала огромный шаг именно в удобстве работы со звуком. Но в плане звучания еще 9 была нормальной. Теперь проверяем перегруз. Я думал, что может тут будет хоть какая-то разница. Как я сделал этот перегруженный звук? Я просто отключил все эффекты и мастер задрал на максимум. Давайте сразу сравниваем 9 и 21. Они полностью пропадают. Ничего, абсолютно. Миф о том, что FL Studio звучат по-разному, разрушен. 11 звучит так же, как 21. 12 звучит, как 10. Абсолютно одно и то же. Абсолютно на 100% идентичный звук. Так что, если вам кто-то говорит, что вы работаете в неправильной давке, в неправильной версии этой давки, не верьте этому человеку, потому что реально, если вам удобно писать биты, все остальное не важно. Если мы сравним FL Studio с Ableton, то вероятность 99%, что мы придем к такому же выводу. Благодаря этому видео я понял, насколько
насколько сильно шагнула FL Studio вперед, насколько приятно и насколько удобно пользоваться актуальной для меня 21-й версией FL Studio. Огромное спасибо ImageLine за то, что они сделали такую прекрасную программу, и огромное спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было для вас хотя бы сколько-то интересно. По крайней мере, окунуться в прошлое, в эту ретроспективу, в эту ностальгический такой обзор FL Studio, начиная с 9 по 24. Я надеюсь, вам было интересно это смотреть. А на этом все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока и до встречи в следующем видео.